Здесь собрались компьютерные фрики. Выглядели они вполне безобидно, но были чертовски изобретательны. Chuck, I've got the device. Let's get out of here. Die, dickweeds. He's got a backup system at home. Is that a go for launch? Yes. Not to worry, everything's under control. It's gonna be okay. Done. You are a genius. На ПХДС номер 7 мы находимся на крупнейшем событии в России в области компьютерной безопасности. Вы смотрите канал Биз ТВ, и с вами я, Тамара Чечеткина. Целая армия дозревающих и уже зрелых специалистов в области компьютерной безопасности в одном месте и в одно время. Здесь происходит так много всего, что глаза, уши и другие органы чувств буквально разбегаются. Но мы попробуем собраться и посмотреть с вами все самое интересное. Поехали! Начнем мы с самого главного, с контента. На форуме традиционно он многослоен. Здесь выступают как молодые специалисты с неожиданными находками, так и опытные мастера, которые годами анализируют и находят уязвимости в широко распространенных системах. Особо ценные доклады о том, как обеспечивают безопасность в продвинутых IT-компаниях. Так, например, жизненными моментами из работы своих соков поделятся компании Microsoft, Ростелеком, Сбербанк совместно с компанией IBM, компания МТС. О том, как не превратить свой сок в долгострой, об этом вам расскажет Александр Бондаренко из компании AirVision. А нужен ли вам сок вообще или нет, об этом поговорит компания Ангара. Ну и, конечно же, свою долю внимания получат вызревающие годами темы импортозамещения и безопасность в облаках. Активные участники, регуляторы, отечественные и зарубежные гости, ну и, конечно же, потребители. Череда коротких и крайне субъективных выступлений ожидает участников на антипленарке. Всем известные специалисты попробуют взорвать зал своими оригинальными и порой провокационными вопросами. Например, а нужна ли безопасность вообще? Ну а если спуститься из-за облачных высей, то попадешь прямиком в суровую реальность, в бурный поток максимально предметных докладов. Отечественные и зарубежные звезды оба дня будут рассказывать об уязвимостях всего на свете. Вот только некоторые из тем докладов. Глобальная тема текущей ПХДС – интернет вещей. Коллизии юридической базы, интернет вещей в бизнесе, бизнес на интернете вещей, страхи и реальность. Об этом поговорят через призму безопасности коллеги из компаний Cisco, Крок и других игроков рынка уже сегодня вечером на дискуссии. По хорошей традиции, на ПХДС много всего, что порадует сердце и взгляд настоящего любителя компьютерных технологий. Ну а других здесь просто и не бывает. Противостояние в этом году еще больше. Более ожесточенное. Это уже полномасштабные киберучения. Участники поделились на команды соков, нападающих и защитников. А объекты защиты – это уже не только макет железной дороги, но и танкер, нефтяной завод, офисы и даже умные устройства миниатюрных граждан. Мы решили оторвать участников противоборства от мониторов и узнать, как же идет борьба. Наша команда называется On Rails. Название плавно вытекает из того, что мы защищаем. Защищаем мы железнодорожную инфраструктуру. Экспертизы в нашей команде, они абсолютно разноплановые, потому что нельзя защитить объект, обладая чем-то одним с точки зрения экспертизы. Прежде всего, мы ожидаем много фана. Все наши эксперты, они работают 24/7. Я давно не видел такой отдачи. В этом году нападающие подошли к процессу очень-очень серьезно. Даже если нас взломают, мы не расстроимся, мы просто сделаем вывод и будем лучше готовиться. Мы работаем посменно. На текущий момент это 2 оператора и 5 аналитиков. Постоянно находишься в боевом режиме, когда постоянно атакеры пытаются найти бреши, проломиться, защитники, соответственно, должны оперативно реагировать. Здесь, на самом деле, все здорово, особенно когда команда защитников находится в непосредственной близости, и ты можешь, не используя какие-то средства, технические средства коммуникации, подбежать и сказать: «Друг, ломают, давай чинить». В команду входит более 10 человек, постоянно на площадке у нас присутствует 5 человек, в том числе, безусловно, ночное дежурство. Фактически, вот это мероприятие предшествовало порядка полу
полутора месяцев работы подготовки, мы пришли подготовленными. Офис не является самым критичным объектом в городе, но тем не менее наша задача, это, конечно, не допустить его падения, потому что офис – это тот объект, который приносит деньги, а следовательно и налоги в город. В нашей команде 9 человек, все это профессиональные пентестеры, эксперты по анализу кода, эксперты по анализу защищенности веб-приложений, DDoS-у и другим темам, связанным с хакингом. Кто не умеет защищаться, тот не умеет нападать, и наоборот. В том году мы попробовали себя в роли защитников, в этом году пробуем себя в роли нападающих. Это отличная возможность проверить наши скиллы, прокачать их. Такое бывает на проектах, что нельзя просто что-то делать, а хочется. Здесь вот мы можем делать все, что душе угодно, это очень интересно, очень здорово. Наша команда с Казахстана, это ЦАРКА, Центр анализа и расследования кибератак. У нас приехало человек 15, за столом сидят человек 8-9, вот, остальные пока смотрят на различные доклады, и они подключатся к нам ночью. Специализация разная, то есть ребята, которые увлекаются GSM, есть увлекаются кто вебом, есть увлекаются кто реверсом, то есть по всем направлениям. Когда проводишь пентест, тебе дается там месяц, да, 3 месяца, и ты спокойно можешь анализировать систему там в пятницу вечером, да, в субботу. Вот. А здесь нужно в критической ситуации там в течение одного дня найти какие-то уязвимые сервисы, и плюс ты знаешь, что против тебя еще действуют опытные администраторы. ПХДС год от года меняется, и даже чисто внешне. Так, например, внушительная часть площадки в этом году была конвертирована в лаунж-пространство с несколькими тематическими зонами. В расслабленной атмосфере разработчики угощают своих гостей свежим кофе и неспешно рассказывают о продуктах и услугах компании. Все маркетинговые штучки были перенесены со сцены на стенды компании, где им, собственно, и полагается быть. Всего на ПХДС-7 своих стенды открыли несколько десятков компаний, среди которых Microsoft, IBM, Сбербанк Технологии, крупнейшие российские дистрибуторы и интеграторы. Все светится, блестит и жужжит, глаз не оторвешь. Но вот вопрос. Месяца подготовки и организаторского ада, 2 дня праздника и что же потом? Неужели все это, когда пробьет полночь, превратится в тыкву? Происходит дальше и есть ли жизнь после ПХДС, это мы узнаем из первых рук. Мы постарались сделать максимально большое количество именно технических докладов. Вот. И можно, наверное, сказать даже, что программа этого года, вот она в основном такая технически ориентированная. Сильно отличается ПХДС этого года от того, что он стал более такой ориентированный на комьюнити. То есть, если вы заметите, у нас очень много партнеров и ребят, которые там дружат с Positive Technologies, которые приходят уже со своими идеями. И вы можете увидеть много различных стендов, там Hardware Village, конкурсы, которые там Ростелеком организовал. Есть конкурсы, которые организовали ребята с машинками, да, в этом году у нас 2 машинки, это Tesla и BMW. Все это приносит люди, и мы с удовольствием это как бы поддерживаем. Это крутая идея, и очень здорово, что в этом году ее действительно очень большое количество людей, друзей, компаний поддержало. В этом году мы опять идем на рекорд, то есть если в прошлом году там у нас было 4000, там небольшим, да, то в этом году на утро, там, на 11 часов у нас уже было там 3200 участников зарегистрировано. Мы хотели бы привлекать на наше мероприятие айтишников, там, да, то есть для нас это тоже такой некий мир, который пока нас, может быть, не совсем хорошо чувствует. И нам бы было интересно, как бы, поработать и с этой аудиторией. Я думаю, что ПХДС – это то событие, которое может жить еще очень-очень долго. Мы ищем что-то новое, смотрим, ездим на площадки, но ЦМТ в настоящий момент нам подходит оптимальнее всего. Пробуем искать какие-то варианты, какие-то подходы. Я не удивлюсь, если следующим годом мы построим еще на улице какой-нибудь некий шатер, в котором будем также проводить, возможно, какие-то сессии. Ну а теперь вы знаете, каким образом удалось сделать ПХДС в этом году такими интересными и дико разнообразными. А главное, к чему готовиться в будущем. Ну что ж, самое время завершать репортаж. Спасибо всем, кто был с нами. И, кстати, делитесь в комментариях, что больше всего вам понравилось в этом году на ПХДС. Для вас работала команда Биз ТВ и я, Тамара Чечеткина. До новых встреч. Пока.